Какие еще лбы? Люля, короче, такое дело. У нас нет лука нихуя. Ты пойдешь лук? Я захожу, просто я сейчас хочу. Я на присте настроила этот Луи. Нихуя не настроил. Никита ебался со мной часа три, наверное, с этим Адоном. В чем я сейчас перезайду на лока, я хотя бы посмотрю, как... Короче, ты ладно, рада? Давай ты... так. Сейчас, подожди. Я отрублю сейчас время на Луи, верну ему фэнисинг, отыграю рейд. Если сейчас так вообще заработает, у меня все вернется на круги свои, а потом перенастрою. Да, это заебись. Ну ты локом-то заходишь? Если я смогу вернуть настройки, типа, с Элвуином у фэнисинг, то да. Гоя на мага. Магов нет. Блять, танка третьего нету, братан. Не получится. Давайте трэшить. Если только ты в ПМ босса попросишь на ребро спекнуться. Ну чисто на ребро надо. И все. Ну у меня бесчарок. И меня служит, наверное. У меня щит 200 левела. Не надо. Ну, боссам вряд ли захочет спекаться в танка на сурке. Ну, он на ДПС хочет посмотреть. Какой сурок в танка? Алло, со танк, все, не волнуй. Надо никто. Ребро в два танка. Че за это самое? То у меня выбора нет, а они, видите ли, блять, на твинах полпати сидит. Вообще охренели. У меня я хотела идти на основе. Не, смотри. Я подумал, что вообще сегодня второй рейд. Смотри, можно пойти, но это надо спекнуть либо третьего танка, либо чтобы. Ну, как-то захилили двоих танков. То есть, постараться, блядь. У кого так спек танка есть? Я вроде как вернула. Боберсон, Котяра, блядь. Есть у кого-то спек танка? Есть, но он без чарок. Я сегодня только сокеты вставил. И там сука. Щит 200. Про без чарок не рассказывайте вообще. Ну, должен быть нормальный спек. Если чарок нету, значит нету спека, говори. У кого-то есть этот... Блять, Адель, ты в Дисе? Адель, это самое, блять, давай, может ты ДК пойдешь, да Чивава пойдет магом. Ни магов нихуя нету. А ты завтра эти души пособираешь, тебе какая разница, сегодня, завтра? Кто сидит, похуй. Да подожди, блять, ну... Не, ну смысл, просто либо сегодня ты, либо завтра их пофармишь. Да он уже вышел. Разницы-то нету. Просто что будет и когти, и истерия будет, и маг будет в рейде, и лок. Ну прям заебись будет. А то мы сидим как бичи на своих персах, не хотим нихуя не спекаться, нихуя делать. Холи щит куда? Ты на ком сегодня выйдет? Я на шамане наебаном. Я, блядь, когда Кирилл переставил на понедельник, я ему сказал, что свожу. Пусть возвращается, Адель, заходи, иди. Престом, похуй вообще, потанчишь, насрать. Ну смотрите, только чтобы не было такого там Ливы и среда, чтобы... Завтра не соберется рейд. Почему не соберется? Соберется 100%. Нет, если не соберется, я пугов соберу нахуй, позову, блядь, у меня есть люди. Соберется, блядь, я пронесу на фулл рейд. Соберется. Попробуйте только не прийти твинами завтра, блядь. Мне пати сегодня дашь? Нет. Ассист у Чивавы. Ассист у Чивавы, да, им пати, там кто заходит. Люлька, кто-то еще. Все мои планы. Пристена, иди, хуярь, делай этот, как он называется? Пизду, делай ДЦшника, чтобы не я было проблем. Сделал. А, ну все, хорошо. Ага. Короче, скорее, чью, на тебе ассиста, раскидывай там пати как надо. Если кому-то что-то надо будет поменять там, как они называются. Эти ридары, вот эту всю хуйню. И один слот, холи щит ушел. Почему он ушел? Че он? Вернулся, вон плюсует опять. А, ну какой-то растеряшка сегодня. Люлька, ты же в гильдии, да, локом? Да. Так на тебе ассиста, блять, потому что там хуй кто пати кидает. Я просто, у меня перс не в гильдии, я же не вижу нихуя. А, я поняла. Хисяка в дисе? У него есть там права на ханте начислять? Или кто? Или, да, или... есть. А, у ладно. Никиты есть права. Там надо просто, что если за ИП что-то накинуть, там, чтобы кто-то был один. Вон Никита на ДК. А с чего оно не заберется? С чего ты взял? Всегда собирался второй рейд. Почему не соберется? Все, Адель, не ной, блядь, не соберется, сами знаете, соберем, похуй. Да соберется, блядь, почему, с чего он не соберется? И Кирилл вон есть еще. Кирилл, если что, зайдет.
Это я им, мне кажется, уже нервы потрепала этим аддоном, поэтому нервные пришли. А чё ты, как ты нервы могла аддоном потрепать нервы? Сука, потому что это ебаный аддон, который нужно настроить, а я очень придирчива. И Никита тупо настраивал на своем аккаунте, я сидела на его стриме, он все это передвигал, настраивал. Я говорила, нет, это туда, это сдвинь сюда и так далее. Ебать. Потом он просто мне профиль скидывал. А что такое LVE? Это что? Объясните мне. Аддон на панели типа бартендера, муфенисинг, вот этих аддонов. А, то есть передвигай, что хочешь, растягивай, как хочешь, да? Ну да, да, но он считается элитный, плотной аддон. Там очень много настроек. Пиздец. Нахуй нужен, ебать. Мне и так заебись. Я вуду поставил, мне все похуй. Где Холич? Он плюсанул там? А вот, а кто ливнул, блять, опять? Или вы кого-то пиздец? Не знаю. Беба. Беба. Он на мага? Унка еще есть. А, точно, он сказал, на мага может зайти. Вон кринж, я вижу. Нам... Там Кунка и кринж зашел. Да, кринж. Да, со вторым сходишь, хорошо. Вместо Калюта получается. Подожди, Калют. Подожди, кто? Не ты, Калют. Калют, ты сиди на месте. Этот самый Тамрит еще есть. Кто может почилить? Точнее, хочет почилить, чтобы... А, вон, Кратоса вы убрали, да? Кратоса во второй рейд хотите? Все, давай. Я завтра не смогу. Ну, тогда кто сможет уступить Кратосу, раз он сегодня только сможет? Блин, чувава, ты же сам понимаешь. Ну, типа Бентли я могу уступить, но только на РС-ку мне нужно будет уступить. Хотя подожди, чувава, там же этот Чу зашел, давай на мага заходи. Ты магом хотел пойти. А этот... Да нет, давай пусть он идет, пусть я потанчу, пусть идет это. Да там он уже зашел. Да. Какая разница, или сегодня, или завтра он души соберет. Одно и то же. Тот же инст. Кто слот уступит Кратосу? Какой-нибудь там... Хант, может, не знаю. Кто почилить хочет? Колю пишет. Да Колю, ты хиль. Ты мне в хиле нужен. Видишь, хэпалов нету. Короче, ладно, понятно. Все, идем так. Не-не, это, Кратосу, давай. Что, кикаем? Снимите ловушку. А хуй знает. Кратос, есть ты ушел? Я помогла. Нормально сняли ловушку. Бомб has been defused. Вон, левичка еще. Вот. Я сказал, что я тему в МВН хочу себе включить. Теперь точно этот самый чувава может на мага заходить. Тут левичка есть. Можно еще кого-то чилить, отправить. Так. Кто чилить пойдет одно тело? Саунджа и... Нет, Саунджа и Лем. Ну я написал, говорю, типа... А какого сказал, хрена меня кикнули? Я могу почилить. Типа, уже, но на РС-ку, типа, мне место что поставили. Да, на РС-ку это место будет, этот самый. Ну я сова, если что хочешь, киньте меня, почилю пока. Короче, ладно, ты почилить. Кого там взять тогда надо? Чувава заходить. Сейчас три танка надо. Есть, давай лучше тогда завтра пойду. Да, да, три танка сейчас есть. Левичка, Нарина, если есть. Я говорю, без меня. Без, без кого? Не, ну пристёшь, что ли, обратно? Ну да, блядь, ты ж души свои хочешь собирать. Чё я тебе буду, ну, вообще кидать на рейд, что ли? Заходи, давай. Могу демоном, если надо. Да, демона нету, кстати. Да, заходи. Короче, есть те, кто уступит Кратосу, он завтра не сможет. Давайте, раздупляйтесь быстрее. Кто хочет посидеть на замене ДРС-ки, почилить? Это может быть Хант, это может быть... Может, Шаман какой-нибудь. Только не Калют. Хэпала нету. И я еще когда РЛю с Шаманом... Лучше подстраховочку иметь. Кринге. Не, ну тогда маг нужен. Если я зайду на хапал, то ДЦ тогда будет нужно. Снимите кокон с танк. И сиди на ДЦ. Скорее всего. Так, вот тебе ассист там. Всем привет. Ро, завтра пойдешь, наверное. Пати дают вообще? Завтра, говорю, пойдешь, наверное. Да тут пати на замену дают. Так, и кто получается? Чувава, ты заходишь магом? Или демоном ты? Магом, я вот на демоном. Да, давай. Что надо? Похуй вообще. У чародейницы этот есть ассист. Ассист у нее есть.
Вон там апчик. Ей плюс они. Вон, так, а сегодня какой рейд? Сегодня... Раз ведет Войд, получается второй. Раз. Да первый сегодня рейд, блядь. Суяли второй. Завтра сам поведет или нет? Так я первый поведу. Или второй? Сука, а, первый сегодня рейд. Завтра какая второй. Какой рейд? Чего паритесь? Слушайте, судя по составу, сегодня второй рейд. Да. Так же думаю. Честно. Там... Не, это я на... хоть и не вижу состав. Это наебали, это наебали тебя. Это первый. Ну просто слишком много твинков. Да тут твинки по 20к дамажат, вон Люлю возьми, 20к дает. Конечно, Люлю бы пятнашку сейчас дать. Так что там насчет Кратоса, он завтра не сможет, есть кто пойдет завтра? С одним персом там, кто завтра сможет пойти. Мы уже к Сурку дошли, блядь. Саун же завтра, да? Давай, Кратос, плюсуй где-то. Кратосу дайте пати, Люля. Скорее всего, у вас ассисты. Цени еще раз, пожалуйста. Блять, мне бы сову, конечно, хотелось. Может, какой-то прист хочет почилить? Какой-нибудь владыка, андертачек, джидотка. До завтра. Присты, что скажете? Завтра будет ДПС хуёвый у рейда. Надо будет там пристами выручать. Вы же 20к даете. Мне интересно, а сколько завтра будет холипал во втором рейде? Хуй знает. Один. Всех перебласим персонально. Да хули за ней, сейчас посмотрим, сколько они дают. Этот. Владыка, Акджидотка, Андертач. Кто-нибудь сможет из вас почилить на замене? Завтра сходите. У кого один перс из вас? Андертач или Владыка, наверное, у вас. Вы тут вообще? Да ладно, идите так, чё. Походу, да мне. Смотрю. Да мне надо сова, блядь. Так, завтра сейчас на работе. 3% есть, как все есть. Там и лема нету, нахуй, видишь? Милфхан, ты тут? А. Ну, Калюта может спекнуться. Можешь почилить? Да Калюта, сука, хилит. Чё, блядь, сука, ну, я бы не просил. За фул ЕП могу почилить. Кто может почилить? Я не знаю, тоже 4 было вообще нормально, как бы, и в Калюта в лево. Бать, у меня тоже завтра у дедушки ДР, блядь, потом пиздец, потом, блядь. Кто такой Стервей? Друид. Хил, я поняла, а кто это? Нолух, видишь, вон Нолух. Какой-то... А, угу. Мне надо сову запихнуть, короче. Да я хуй знает, Кратос, такие вопросы задаешь, блядь, не смогу тебе ответить. То почили. Если я кринжал, беру мага. Ой, личные сообщения я чекни. Так, личные сообщения. Давай я, Кратос, ты меня на целка берешь, давай я похуй на мага. Все, беру. От Холича. От Холича, блядь, это где-то наверху я прокрутилась уже. Там у меня, видишь, зеленая вот эта хуйня, добыча полученная, блядь. Я не найду, уже чат закончился. А что ты писал? Почилить хочешь? Вопрос задаю. А я не помню, чил фул ЕП. Фул дается ЕП за замену же, да? Нет, 0.50. Ну просто если люди завтра не смогут, а ты их не берешь, то это нечестно, давай 50. Ну правильно. Особенно если они в первом рейде, так на минуточку. Ну обычно ходят там 99% времени. Блять, а я не помню, сколько давали. Где-то есть это в правилах, эта хуйня? Ну всегда 50. Ну типа, вроде как. По правилам 50. Ну типа, если Холли сейчас не пойдет и завтра не пойдет, то ему 100% наверное можно дать. Ну вот у меня такая же история, я не знаю. Наверное, можно. Если короче, тебе нужен кто-то другой, кроме ШП. Да просто что мага засунуть, я вон сову засунул. Колич. Колич, ну чё, короче, почилишь, да? Хисяка, а тебе надо вообще что-то на ханта? Арба отличается. Почилит, но только ЕПшку не обделить. Короче... Типа да, я могу уйти, и типа мне только арба сейчас нужна. Не, ты это, чиль, но не уходи, КРС-ки будешь, да, Колич? Ну, наверное, да, типа, буду тоже, типа, да, если уступит, то я зайду без проблем. Да не ты, Холич. Короче, можешь Холич пойти до лича, Хисяка потом до лича зайдет, получите фул ЕП, вот и все. Так пойдет? Окей. Без проблем, если Холичу слот нужен, пожалуйста. Да не Холичу. Тут, в принципе, похую, кто из вас хочет чилить, кто нет. Кто из вас чилить будет? Можете хоть, блядь, на каждого босса меняться.
Блин, если после как-то мы очень долго собираемся. Уже 20 минут. Тихо, у меня все равно голдран. У тебя голдран? Сначала, типа, ну напишешь, я тебе уступлю любого босса. Мне ничего не нужно. Я уже 100 лет хожу только типа ради ЕП. Все, тогда это закончится рейд, плюс унете просто на ИП и все. Окей. Все, сумонитесь. Войт, а мне как? Тебе как? Тоже плюсанешь на ИП. Ну тут, короче, смотри, вот тут вот кто-то. Мне тоже ничего не нужно. Мне тоже ничего не нужно. Ну если вы завтра в рейд не попадете, значит получите фулл ЕП. Ну, да, завтра... в чем проблема? Да, плюсанете просто хорошо, и все. Хорошо. Я потом соберу, типа, если надо. Завтра же второй раз никто не захочет ИП получать, потому что все записывается, все документируется. Вот именно. Как ты можешь, чтобы завтра еще рейд бы у нас собрался? Завтра стопудово соберется рейд, вон колледж без КД. Блять, да, сука, если завтра не соберется рейд, нахуй, я к вам приеду домой, блять, и заставлю пойти в рейд, блять. Как, сука, он не соберется? По танкам и по щелам посмотреть надо, типа. Там все будет, все. Да. Или вичка. Завтра я похилю, завтра еще юнит. А зачем вам третий танк? На ребро, блять, чтобы вы не сдохли. Но мы вдва можем, в принципе, спокойно. Да, 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 да. Я это слышал много раз перед вами. У тебя холипау есть для двух танков? Калют, принимай. У кого фласку взять? Есть проблема. Дайте фласку. Дайте хисяки, только это, ну, не как животные, пожалуйста. Сейчас я попочку. Алло, меня слышно? Да, к сожалению. А, к сожалению. Хочешь, чтобы Эритрум пошел? Вот смотри, Калют, я это не вижу, кто там в гильдии онлайн. Если хочешь, чтобы он пошел вместо тебя, напиши, пускай его возьмут. Ассисты чердейницы, скорее всего. Ну вот, напиши Эритруму, пускай он плюсанет. Возьмите Эритрума там, если он хочет сегодня в рейд. Вместо Калюта. Кого тогда на замену? Вместо Калюта. Он же Эршам тоже. Калют завтра. Трум сам писал или это калютовские желания? Калютовское желание. Ну, он мне написал в ПМ сейчас. Эритрум, да? Я-то не ебу, кто там онлайн. О, столик возьму, пока не исчез. Бля, давайте сразу трейды кидайте все, чтобы я потом на каждом боссе не болсуем. Пока мы челика сумоним. Портанись, Калют. А, все, сумоним. Тык. А, все, уже сумонится нормально. Бля, Ритлин, тебе танковские нужны, да? Еще опять сек. Давайте строить, танковские тоже могу дать. Дайте мне миллионы. Аритрум, Аритрум, ты в Дисе? Аритрум. Да, да. Давай ниже на секунду. Аритрум, короче, кидай этот щит на этого. Блять, как он называется? На фонаря кидай, я на ДКшника буду кидать. Блять, Стивэй, ты кто? А, это дружка. Господи, все, все тут, давайте фулл баф. Столик я уже взял, жрите рыбу. А где рыба, кстати? Поставьте рыбу кто-то, у кого там это... Она справа. Кидайте, кидайте еще. А, вот вижу. Так, фонарь, ты будешь МТ или Левичка? Как у вас по агронабору, я не помню. Ты каш не больше вроде должен набирать. Дай мне, есть у тебя маленькие, вместо обеденного? Жри большую и отстань. Короче, Левичка МТ. Алконфел и два ханта на пулите на ромбик на левичку. Все, чек на пул. Левичка МТ? Да, на левичку напуливайте. Без проблем. Котяра. Котяра. Ускоряйся. Все, пожрали. На счет три пуляем. Раз, два, три. Поехали. Так, даю Геру. Интересно, почему все подвозы? Сейчас лужа разольется. Выходите в сторону. Это обычка, парни. Выходите в сторону просто и все. Не ебланьте. Шип сзади. Шип РДД. РДД разбивайте. Выходите с лужи. Вот влево. Буду подсказывать направление. Еще один хант, блядь, в шипе. Вы что, ебанулись? РДД повернулись, убили шипы. Не расслабляйтесь. Еще раз шип на ханте. Тяжела работа ханта на ребре. А можно еще без 1, 2, 3 нормально подать? Можно. Но это стоит дополнительно. Да, массакр.
Давайте потом поговорим. Дополнительных денег. Какие денег, блин? Макрос сделаю просто. Ну, у меня есть, я не знаю, ДБМ совпадает с вашим, где-то сейчас я его вытащу на панельку. Просто там строчка ДБМ. Не, я знаю, как эта хуйня пишется. Я говорю, что ДБМ один видит, а один не видит ДБМ. Это команда, она общая. Ну, я надеюсь, у вас такой ДБМ, как у меня. Сейчас попробую запустить даже сейчас. Не, сейчас я, видишь, я кнопку уже, Андрей, с цепухой нажимаю. Да он заебался тем 1-2-3, нахуй. Там жесткая ротация, блядь. Там ротация, нахуй, 1-1, что не понимаешь, блядь, сейчас и танков проебу. Видишь, я, блядь, стараюсь. И смотри, я первый по ХПСу, 6к, нахуй, такой, когда ты видел. Сзади ханта разбейте, сзади ханта. Сука, меня ретрум из-за тебя перегнал, блядь. Ретрум, блядь. Бьет, блядь, притормози, блядь. Я тоже бью. Я заебался просто колесико вверх крути, чтобы щиты кидать. Короче, а что за хуйня? Че я по мане сижу? Аритрум, давай тотем. Андертач тебя сбили, давай гимноман. Охуеть. Котяра этот, иннер войду, блядь. Вот это сзади. Другое дело. РДДшники разбивайте. Нормально. А с вами почему я не хочу больше на ДЦ играть? Чё ты не хочешь на ДЦ играть? ДЦ заебись. Да, я не люблю ДЦ. Мне геймплей ДЦ в целом не нравится. Щит, только. Щит, 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 щит. И это ещё по-английски щит. Кому-то он может нравиться, я... Мне нет. Готовимся, сейчас закончится эта хуйня. Мне на Офе он больше нравится, что он пианино. Смотрите, может лужа быть из босса. Так что заходим аккуратно. Сейчас может лужа отсюда пойти. Да это обычка, расслабься. Да, блядь, излишне расслабляться не стоит. Я сегодня вайпался на лане, например. Ну там какие-то дауны были, а здесь наша гильдия серьезная. Согласен. Какие же, блядь, шип сзади разбейте. Да иди ты в миле чуть-чуть ближе, может я там... А может ты нахуй пойдешь кунку пять? Ну ладно, не буду разбивать твой шип, Доди. Так тебя и не требуется, как бы, блядь, на варе. Так я тебе же лучше делаю. Я не могу подойти в миле, ты тупой? Так, да, давайте потом решите, кто тупой, кто нет после РТ, реально. Это очевидно, по-моему. Ну да, я умнее. Пиздец, вы оба тупые, я умный. Сузори, блядь. Сейчас быстренько сразу с босса раскидаю, чтобы эту залупу не ждать. Я кастеров пошел ловить, все 4 штуки. Да. И... Так, объявление рейду видно. Вот это. Вот эта хуйня надо кому-то. Так. Не, я так быстренько раскидаю, сразу и пораскинем. Этот самый. На распыл. Первый плюсик на распылке, да. Нет, 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 не надо, не на распыл. Я может одену. Нет, нет, ну я одену, может быть. У меня 258. Хорошо. Вопрос. У тебя распыл есть? Ну, если еще распылять шлак. Нету. Эдик, я иду по этой же стране. Окей, окей, окей. Подождите, мне тоже это надо, нет? Я же говорю, у меня просто микрофон был. Короче, чердейца пока бей, скинул. Чердейца, и кому там надо, ИП-шьте эту хуйню. Бери фонарь, я еще под на пуль. Вот это надо кому-то? Говно. Давайте это по ИП-шам, я не знаю. Но... Ну, ИП-шьте, я же говорю, ИП-шьте речь. У меня типа 100 ИП, мне нечем ИП-шить, я отдам. Все, у меня кастеры, все, левички эти мобы. У меня вообще посла 245. Левичка, у меня ревнить. Отдам тогда трейд, кинешь. Так, Алконфель Гурдак на распыл кинул. Тапки козырные. Надо кому-то? Осколка есть? Меня бьют. Кунка 10. Адель, у меня замечательная идея. Кунки 10 отдал, сейчас тебе дам лутера. Бейте кастеры на лестнице все. Типа он сейчас заебашит нас. Ну заберите мобов, танки, алё. Ой, блядь. Чё, да, мне убежать, что ли, вообще? Там 3 танка, там 2 танка. 2, точнее. Да. Я держу кастеров, я не могу к вам подбежать, чтобы вас потом хлопнуть. А за огром следить надо. Я бы нахуй не пошел сразу, пизду, блядь. Ну чё, пошли. Завтра будет точно такое же пиво. Да чё, нет, чё пиво? Минус. Чё пиво, чё случилось? Кого сломать? Отказываем. Кубик, кубик нажимают офицеры. На пол фонаря, весь трэш этот. Фонарь, давай, блядь. Научи их, как надо трэш проходить, блядь. Сзади моба с пулей, мужчина.
Ок. Давай. Кстати, мы... Вот чек. Это мужчина настоящий. Ну, тогда кливы лучше. А кливы я мортал дам ему, он не выхилит нихуя. Там люди отбегают, не настолько пиво. Да пиво, пиво. Не-не-не, не настолько. Отбегают, это уже признак. Да... Отбегают, он что-то... А чё Реслин сдох, блядь? Я шкаф поставлю, присуманите меня, у меня ни припадов нихуя. Это, Адель, я проверка? Не надо, не надо. Мне все равно... Нет, мне еще надо огненный зев, у тебя есть? Нет, ну вот, это, Адель, проверка на друга, у тебя 16 тысяч ИП, падает Талик, ты его забираешь за ИП и отдаешь мне. Как ничего план? Ничего себе махинации. И потом оба получают, мы по минус пол срезу. Ничего не слышно было, слава богу. Чё говоришь, Хисяк? Я все записал, Юля. Минус фул ИП получает. Взяток, да? Да. Да, всё. Ёва. 5000 зрителей все это слышали, блядь, ладно, смотри, у меня больше ИП, понял, чем у тебя? Я тебе заберу жезл, так быть. Ебать. Нихуя у вас там сговор. Она без палева. Ставлю шкаф, присмотрите мне. А, есть у кого ящик почтовый? Левичка, где удобнее больше всего? Сейчас поставлю. Никита, отправь мне, пожалуйста, пару каголд. Там квест, если что, надо взять его. Квест на дурнова наберите, пока что кто забыл. Спасибо, что сказали, точно. Точно. Так, дурнован, Арислин поконтролишь, отведешь сам таун, там, сам покаяние дашь. Ой, прочитай речку. Ну что, сейчас я все прочитаю. Никто насчет тела не писал. Насчет тела нет, никто не писал. Ну я же линкую. Сейчас да, куплю да. Кринж. Тык на сумон. При стене я пошутила. 30 в кошту. Сколько тебе штук надо, кринге? Войт, вопрос. Вон, видел? Вот его Макрос? Езжай, и всё. А у меня где-то есть. Дискорд. У меня есть, говорю, Макрос. Сейчас, сейчас, секунду. Вот он, Макрос. МТ-61 будет, да, вот? МТ-61, сейчас, секундочку, секунду. Ну, я тут могу в соло, в принципе. Встать и сбросить бабу, ну все. Ну, да, кроме трэша. Сразу на пулю будут тебя, короче. Да, так давай, она... фонарь первый. Таунт, иммун и Герри. Нет, не воспринимай. Короче, Герри... на нее таунт можно это применить. Да, в обычке можно ГЦ фонарик. А, наконец-то. И... Все, первый заберешь и все. Да, да, почему не пулем? Давайте пульнем. Мы Юлю ждем тихо. А, да, извините, хорошо, конфет. Люля, ты че там? Купала. Купала? Кого купала? Все. Да. Все, она тут. Я не тут. Давай трейд, кринги. Две штуки купила, как ты и сказал. Больше нет голды. Чек. Заветы Алибабебы? Арислин... Ой, не то отдаю, сорян, подожди. Фонарь слева, вот здесь. Левичка справа, вон там. Я чекал уже, Алконфель готов? И Юля? Не готова, я не приняла готовность. Не пуляйте тогда, не пуляйте. Я же говорю, есть Макрос у меня, блять, алло. Такой бы ситуации не было, если бы я пошла на основе. Типа я не ожидал, да, что да, я пойду локом. Понятно, понятно, все, что ты это не купила припота, все ясно. Ты взяла квест? Да. Даю отчет. Ладно, блядь, стойте. Ну вы что, угорали? Под проебать? Сука. Ты не взял квест? Нет, блядь, это что, нельзя не пулить было? Сейчас Дарнавана ебнуться. Ясно, нахуй. Сука, а где вы были, когда говорили квест взять, блядь? Заходите в лужу, нахуй. Не знаю, я трэш, блядь. Квест, сводите... Припоты проебаны. Трэш. Я говорил, как... Да закройте рот, нахуй. Сводите трэш в центр, вставайте в лужу. В одну точку все, станьте в звезду, блядь, вот сюда. Сводите сюда трэш, поверните. Встаньте сюда, в одну точку. Сейчас лужа кинется и все сдохнут. Не разбегайтесь. Снимай, епа, кто убил, нахуй. Цирк какой-то, блядь. Вставайте в одну точку, сейчас лужа кинется, все сдохните. Блять, лужа под босса кидается. Пизда, блять, еще хуй когда ляжете, блять. Так, кунка. Бах. Чем кал там? Зачем? Как ты МК? Тебя там быстрее просто убьют.
Вот вы идете, блядь, вам говорят в DC, возьмите квест. Вы хуй знает, чем занимаетесь, блядь. Почему вы, блядь, я не знаю. Алканфель, сдохни быстрее. Блядь. Сука, зайду на мейн, я сниму ЕПН. 3 сотни за эту хуйту. Алканфель, ты сдохнешь или нет, блядь? Все, заходите в инст. Надеюсь, никто ошибку не словил, блядь. Заходите в инст. Зря надеялся. Стойте, а это нас дополнительного ЕП лишили, намеренно? Или что? Да не, это не вайп. А, точно? Лучше, блядь, завязывайте пиздеть, нахуй. Пока настроение... Заново берите. Пока настроение не испортилось, блядь. Квест отменяйте и берите. Квест отменяйте, да. Рад тебя видеть. Там мне details испортился. Всё. Ты ходишь? Общи. Я уже зашел. Сразу там заходите в инст. И портал, и тут квест берите. Меня спрашивают, вы хотите принять хд? Да, 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 принимай. Ну, ребро убито. Я не понимаю, что за херня. Да, это багнулось. Забей, у тебя и так есть КД. Вот именно. Стервай, заходишь, друид? Ставьте рыбу, Анну, пожалуйста, кто-нибудь. Тут офицер есть. Никит, ставь рыбу, пожалуйста. Да, поставлю джиз сзади, рейда. Все, спускайтесь, тут рыба стоит. Сейчас поедим и начнем. Все 25 человек тут, давайте фулбаф. Кто поел? Все, соберитесь, хватит. Пиво в сторону. Хули, весело, да. Нахуй. Самим нравится, наверное, в такие рейды ходить, блядь. Да, нажимаем. Подсказывают вам на табличке. Да, нажимаем, чтобы быстрее пульнуть. Кринге и ок-дотка. Кринге. Кринг, походу, квест. Дал отчет. Мне показалось. Кто квест не взял? Показалось, уже похуй. Ну, кто не взял, тот не взял. Не да, мне похуй. Еще мы, блядь, на то, чтобы квест взять, будем вайпы, блядь, устраивать. Весело. Моба, заберите 2 танка. Если что, с лестницы моб выходит, 7-й. Его надо забирать тоже. Вот контролим. Он вроде вправо должен. Контрольте боссом это. Если что, это Бентли, ты контроль там в вихре, готовься кидать на одного челика всего лишь. Экс с него диспелится. Диспелится, все, заебись. Кринга, контроль. С лестницы моб. А можно его грипнуть, если он кастерский, пожалуйста? Ну, если боссом бы рядом там стоял, то он бы грипнул. Ладно, сделаем по-хитрому. Слева трожжив. %10. Давайте Геру переводим. Нахули я говорю, я сам, блядь, шаман. Я забываю, блядь, на шамане. Контрольте челика. Выходим с лужи. На пол фонаря максимальный. А там забить еще 2 сотки. Дурнован освободился. Дурнован, отведите там. Этот, иди, этот, Бентли, ебани корни по нему. Если там доток нет. Все, ебани там, покаяние есть сейчас, если. И корни что-нибудь, ебани, похуй. Spirits. Еще раз на пол фонаря.
Сейчас ору. Я вижу. Да вы духа, духа так ловите, пацаны. Вон духи летят. Бежим. Spirits. Сразу когда бьете там наверх этот квест сдавать и сразу нажимайте этот, как бой спадет, телепорт. Там мобы будут с флагами стоять, вот эту пачку мобов залейте сразу. Пока вы будете заливать, там раскидаешь мод, который выпадет. Все, идите квест сдавайте. Так, первая шмотка это тапки. Надо кому-то сразу за ИП. Если нет, на распыл его конфел уходит. Кратос. О, what the fuck? Пишет, не сдавайте, Кринг. Багруха пошла. Так, десятая пати Кратос. Ага. Ой, бля, четвертая. Кратос минус 10. А, ебать, нахуй. Вот это говно. Надо кому-то шея ебаная? Бомжей, я думаю, нету, да? Сразу он конфелу скинул. Самое интересное, то, что у меня неудача показывать квесты. Ну ладно. Я пилила, не взял заново. Ну да, забыли. Прослушали люди. Зачем вы приходите в дис, чтобы слушать? Вы нихуя не слушаете. Вот и получается итог, блядь. Почему? Зачем, блядь? Как так произошло? Бой висит? Всех бой висит, нет? Ну из-за Дарнавана. Скоро пропадет. Кольцо Бобрусон, минус 10. А, все, пропал бой. Так, четвертая пати, Бобрусон. А сколько не было, Реслин? Че, давайте пуляйте сразу мобов, зальем. Там мобы Пусть уже должны быть залиты, которые с флагами стоят. А их зачем убивать? Да, их же можно скипать. Ну смотрите, ну, если, будет, можно, если будет бой, побежите бить, блять. Не было бы боя, если бы не тронули. Ну, тронули, а, там еще, ребят, там еще Адель душится, все, поэтому по максимуму бы, конечно, трэш. И я тоже. Ну, не до фанатизма. По фарам идет. Не до фанатизма просто. Да, короче, понятно, Адель сидит тут, там все лишний трэш пуляет. Не, я всегда этот трэш заливаю. Дракона бьем. Впервые в жизни багруха упала. Мне она 2 раза падала, или 3. Ничего себе. На X4 мне 1 раз падало уже. Ну это за X2 и X4. А на X2 я часто летал. Блин, у меня есть десятки сегодня, 2 кольца. Там, бля, голды было немерено, это тут бомжи. Это Рид, ты там отнимаешь, да? Минус 10 вот эту, я говорил, там, Бобрусону и Кратосу. Тапки и кольцо. Отнимали там кто-то, пацаны? Вроде бы нет. Никто нет, ничего не нет, снимал. Здесь, у меня вообще не было в DC тот момент, когда вы решали кто что. Никто и не решил ничего. Ясно, нахуй. Все понятно с вами. Можешь мне перезайти на перса тогда отнять? Или что? Или может там у кого-то права все-таки? Я сниму. Давайте посерьезнее, ребята, нахуй. Ну, почему вы так делаете, блядь? Ранцы все берите. На пушке это... Все кроме пятой пати, кроме хилов, садитесь. Но... По 2 человека одновременно не тыкайте на пушку, потому что она забагается и будет просто стоять весь бой без пушки бомбить. Так что хуйней не занимайтесь. Левичка туда летишь, фонарь здесь. Да, нажимаем. Запустил. Ретриком, ты прыгать или здесь трэш залить? Так, на нашем корабле Алконфель можешь остаться, можешь Бобрусон остаться. Все остальные летайте туда. У нас одна пушка свободна. Котяра кто-то может остаться. Пушку. Вот в этой пушке есть кто-то? Вот я на коне подошел. Ну раз нету, так я на нее тыкнуть не могу, пока что она не активировалась. Вот встаньте кто-то на эту пушку стрелять. Мне как бы похуй, блядь, это ваше время. Ну типа вы себя так будете вести, будете слушать в свой адрес всякую хуйню, блядь. Имейте в виду, блядь. 3, 2, 1.
Так, мы с тобой этот самый аритрум кастуем приоритетом по ромбику полевички. Фонарь не сдохнет никак. Все 5 хилов пристенно, 2 аритру. Смотрите за ромбиком. Мага 3 точно простоит. Может и фул простоит. Так, отсюда не могу хилить почему-то, блядь. Прыгайте, чё у вас стоит. Левичка, подвигайся куда-нибудь там влево, вправо, на край, на самый встань, блядь. Тянь. Там текстура, забудь. Да, текстура, ебаная. Вот так отсюда могу. Она текстура на нашем корабле. На нашем? Вот я вроде так через вот встал. Пушки, нормально. Вот, стань между пушками, стань, вот там можно хилить. Все нормально, все же хилится нормально. Вот, вот так, видишь? А через так не хилится. Через пушки? Сейчас. Покажу, сука. Где. Вот, смотри, где хуман тоже, видишь? Вот там я вот ебал, хилится. Нахуй. Рид, где тут встать нахуй, чтобы это нахуй? Вот смотри. Вон, ретрюм же стоит. Где хуман стоит, прыгает, видишь? Вот а слева что ли? Вот отсюда могу, да. Так, второй маг. Ну, вот можешь Герри Трум, либо чуть дальше стоять, как похуй. Близко ага. Края, просто там текстура ебанутая. Пиздец вообще, блядь. Всегда нормально все было, надо было текстуру сломал. А так бы одел, как обычно, блядь. Все, ранец, да, на шпиль жопа сел. Ну, в принципе, ранец есть. Могу даже туда прыгнуть, хули, мне это похуй вообще. Прыгну, да. Чтоб наверняка. Так, ну и чё там? Я думаю, простоишь фул, наверное, прожимами. Тебя уже по полу ебало относит. Короче, левичка, это ты в Дисе греть можешь? Кунка нахуй, ну зачем? Да, это самое. Готовь все свои прожимы отдавать. Сначала кровь вампира отдашь. Сейчас мага добьем одного и все, и там уже будет это. Волной большое исцеление, начинай ретрум хилить. Два друида, жизнецвет на стопке, типа три штуки. И поддерживайте на левичке. Пристена зубы готовь. Ну исповедь там хуяль. Так, давай левичка кровь, короче, отдавай. Все, короче, уже не зыбко, давай похуй, ну, на всякий случай. Просто не зыбко, ебани и все. Сейчас уже пушки добью, добивать. Получено исцеление. Нормально. Знаете, готовьте там припоты. Кому ники сколь. Кому ники сколько, кроме бобра. Так, ну и этот. Кратос тапки за 10 забирал. И все вроде. И все. А, с ребра. У меня еще тапки с ребра. И у кунки, да. Кунки. Кстати, кинь этот кинжал, слышишь, Бентли? Да, оставь себе, у меня это, оффхенда нет. Оставь. Так. У меня тоже нету еще. Да, ты запирай его. Вот это надо кому-то? Так, алконфелу уходит на распыл. На распыл люльки отдашь, кристаллы, потом она масло будет делать. Нет, вы сами пылите, кладите в банк, масло я буду делать, а, ну да. Да. Кольцо не надо люльки никому? Нет. Че, может запустим пока? Так, кольцо, левичка, 10 офф. Закидываю. Шея не надо никому. Пристена 10 офф закидываю. Осколка не было, да, вроде как. Все, закинул, все. Левичка, пристена с этого босса. Да. Так, запускаем. Так, чек на присутствие. Вы тут вообще? Одну секунду, я выкинул дорогу. Прибавните кунку, пожалуйста. Давай, заходи. Скажешь, как будешь загружаться.
сейчас еще не выкинул, вы на месте бегаете, все. Я еще не выкинула. Ты это закрыл игру? Все, заходит. А, все. Все, он вроде перезашел. Все, запускаю. Да, я зашел, все нормально. Сколько у вас ДБМ показывает? Минута 11? 10? Да? Да. Все, все. Ты первый, вот или так. Левичка? Фонарь. Я один. Солтанк. Быстрее убьем, потому что задерживаться не хочется. Просто на драним, все драним. Вот этот ДБМ, который у меня, он на 19 секунд где-то пуляется. Скам какой-то. Кам? Там может 10 версий вышло с того раза, ты что, хоть обновляй? Бля, тоже обновить его. Может, бля, какой-то новый типа ДБМ, новая платформа, что ли? Я не шарю, как обновлять. Новый ДБМ, плюс там FPS плюс несколько дает, там десяток, даже больше у кого-то. А как его установить? Так же сверху накинуть или старый удалить? Нет. Там все удаляешь, и настройки тоже. Понял, надо просто... А ТНТ будет? Финарий? Да. Это обсуждаешь, да? Да, ничего не показывает. 12 секунд осталось. 10. Ну все правильно. У меня ДБМ ничего не показывает. У меня вообще 20-ку показывает. Ой, блядь. Хан, ты нажмите ФД. На пульчик дам. Лучший. Куда я? Не, по мне самый лучший это Кунка и Финарий. Ну, это справедливо. Дает 1 000 000 DPS в секунду. Накидайте ходок там на ретруму. .47 пока что показывает.
Открывай. У кого там максимум? Кто еще там первый? Мне все опять забагалось, блядь. Вот это параша чисто по роллу. Модель 22-200. Две первый штуки. Идет. Две штуки кому надо сразу покорители? Да, и... Не, у меня даже выше, у меня 22-900. А, нет, там кому-то надо. 22-9, я же сказал. А, я послышал 22-200. У меня вообще 22,5. Я, короче, левички 2 закину. Там, если тебе надо, спроси у него один. Может, ему один не надо. Не надо. Надо, это получается после нерфа 22,900. А так ты сколько давал? Ну, 28, в хэме 28, да. Я открыл телепорт, кстати. Да, портуйтесь. В чумку бейте. Есть у кого-то выше, чем 22,9 у Аделя? Клинок. Если нету, то этот закинем. Не надо никому. Так, левичка 10 оф. Левичка за 10 закидываю. Закиньте кто-то, пожалуйста. Всё, что? Только левичка 10. Не стойте, чё вы стали? В портал нажимаем, идем бить трэш. Чё вы стоите? Пошли. Интересно, сколько душ за фулл целка будет? Интересно, если Никита дал 22, сколько бестолочи дают ДК? Без толочи. 10к. Он в Бладе до сих пор играет, да? Думаю, да. Ну, не знаю, все равно хороший ДПС 22,6. Заявись. Но люди, которые плохо играют, либо недавно играют, не дадут 22 сейчас за ДК. Не знаю. Никита Углад, Никита сильный, все остальные дауны. Ну, вообще, да, я так думаю. Нет, я просто уверен в этом, потому что видел Блад ДК 4-4. Учитывая то, что 5к ДПС. Учитывая то, что у него 99% урона это в босса именно, то есть он не накливал вообще, это очень даже жесткий показатель. Он только с удара в сердце вроде дотка вешается на трэш, типа и все. Я не помню, там уже что-то меняли, что-то слабляли, но до этого... Может до еще этого... что-то есть, я не знаю, ну, болезни, типа, ну... До этого не хорошо знаю. Вроде кливали. А что ты мне даешь? Там же сказала Юля в банк кидать, в какую ячейку? Что ты мне даешь? Я, блядь, перс с другой гильдии. Что он тебе дает? Кристаллы? Пусть до конца рейда копит, а потом закинет в любую ячейку. Если он не может положить, то пусть отдаст боссому, он закинет в этот нужную. Просто у вас там вклад не у всех открыт. Давайте мне, я буду банки выкладывать. Ну, или вон хисяки тоже. Отдавайте, да. Так, на тебе. Передали посылку. Давай. Там кто-то что-то забрал, вот я проебался. Этот левичка минус 10. Угу. Так, великана и башен. Я даже не могу сейчас рекаунт сурка найти. Пожалуйста, кто-то закиньте скрин, ровно вырезанный. Пишите просто дату. Ты в этот хочешь? Писькомер. Я скину в Дискорд, я скину. Такое типа 22 900. Да, да, месяц, да, 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 да. Ну, что-то да. Типа самый большой, да, показатель. Самый большой. Да. Вот или походу самый большой. Господи. А их еще раз понефили, что ли? Второй раз? Да, но мне кажется, будет третий раз, на, судя по скринам, да. Мне кажется, сейчас нормально уже, более менее. Это без АЗК, какое нормально. Нормально. Он одетый, дальше идут-то в целом тоже 22, 21, 22. Нет, это хороший ДПС. Это не фулл баф, ты понимаешь? Еще ему ПСК не кидали. Кого не хватает? АДК. Кому ПСК кидали? АДК, я еще говорю, что ему ПСК, кажется, не кидали. Я кидал, поскорее всего, ПСК. А, была ПСК, но не было АДК, Это что за бруталаки? Ритрум, чё стоишь? Иди сюда. В теории можно еще нэшку закидывать. Поздаю. Снимаю так. Ловушки или... Что да, сейчас пусти собаки. Войско сильнее. Да, войско сильнее меня. Или скорее всего этот оставить. Ритрум, ты тут? Ленточку, дай нам на ролл ленточку. Блять, я забыл. На разроль. Я лут забыл поставить. Друг боешься. Ай. Заходите сюда. Маба, пожалуйста. Заходите сюда, потом поролите, сейчас надо захилить. Ритрум ФКшит.
Фонарий первую сокру дашь на первое истребление. Уже когда? Ладно, левичка дашь Т4 сейчас. Акдотка гимн. Да? Акдотка гимн. Флин дашь трейд. На всякий случай. Давай акдотка гимн хп. Нормально. OG дотка. Заебись, конечно, челики пришли в кашу. База. Это база. АФК. Это база. Это база. Сейчас просто свои прыжимки отдавать. Надеюсь, не сдохнете. Нет, фонарь. Как только я нажимаю на пул, сразу киллшот профит, брать шарки. Все, дефусь. Нет, справа обегел конфиль, дефусь. Слева здесь запулим, тогда, наверное, похуй. Оба объем. Ты иду на минуточку, Войт. Где спальню? Сзади эту чепушню заливаем. Забрал. Я притворился. Еще пачка. Bomb has been defused. Там грипните мобай по возможности. Который ест там кого-то. Слизня диспа. Этому сало сейчас собью каз, блин. Обчи диспа. Все, пошли на тухло. Фонарь с левичкой, кто там первый, кто второй. Это самое. Я тут тоже могу в соло. Сбрось баблами. Ну смотри, тогда левичка можешь подамажить. Да. Так быстрее будет для нас. Для всех. Самое главное. Так, я в звезде. Рыбку ставлю. Я в звезде, а ретрум в кружке. Остальные хилы там раньше просто набирают. А что так далеко миликом бежать 3 года до вас? А, давай поближе. Почему все к начали метки далеко ставить? Все время стали вот на вот этот круг. Вот до границы было. Зачем миликом выбегать в метки, если не в мили стоят? Вопрос. Реально так-то хоть не причмакивай. Скорее всего. Что, мы в мили ловим, расходимся или нет? Ты в три... Две метки, одна под босса. Проебали все, что можно. Ну так а чё, вы не видите эту хуйню, как она называется? Макрос. Пожалуйста, если тебе не сложно, Войт. Типа, там, может, не замечают некоторые так быстро. Понятно все. Теперь в последний момент просто тыкают клавишу сразу. Угу. Ну, блядь, хули. Просто все привыкли под 5 секунд. Да, ебать. Консервативные. Я тоже не успеваю за 3 секунды. В звезду. Давайте, споры, блядь, звезду. Хули черепок стоишь, нахуй, алло, блядь. Блядь, вам вообще похуй, да? Так первое не выносится. Кринж, кринж не в DC, ясно, нахуй. Не в DC, он сказал, устал очень. Шумно. То, что там где-то выносится, не выносится, меня не ебет, блядь. Вот эта вся мифическая залупа. То там как выносит, то не выносит, блядь. Видишь, в Дисе. Он сказал, не хочет слушать эту хуйню. Ну, правда, на Гуэлде же было. Ладно. Обычка хули под массейвом. Выживем, надеюсь. Массейв, кстати, только один от фонаря будет. Еще надо, кстати, будет... вот этот выживет. Мастер ауру, короче, на тьму дашь, Арислин. На тьму там забери ауру. А Бобрус он третью, если третья освободилась. Она была. Все, сейчас это 5 хилов по этому по танку работаем. По нему будет дамаг идти. Миллионис. Звезде споры нету. Вы хотите, чтобы я с одной спорой был, да? Да, блядь, потому что места заняли, хоть я вон перед боссом стал.
Ясно, нахуй. Ну вы просто охуели. Будет. Просто всякую хуйню делаете, вам вообще похую на все нахуй. Готовьтесь личные сейвы тогда. У кого нет. Ничего нет. Фонарь каплю поводу, да, если успеешь. Ты и так выжил. Да хули, вы привыкаете к хорошему, нахуй. Ты и так выжил, блядь. Потом раз выпнетесь, два выпнетесь, блядь. Внутри хила. Да ладно, в обычке, Рофу. В обычке. У нас не никогда знаю. Не умирали под массакрой и под одним стаком. Я ебал, а моб клаву, если рейд будет биться, но не вайпнемся же, камон. Ладно, все, понятно, нахуй. Как выпнетесь, так... В гире было бы фатально, ужасно фатально, если бы не дал каплю. Даже двумя убивает. А кому надо этот 30 самый 30. Кровь? Квест на кровь есть у кого-то? Адель, тебе вроде вторая кровь нужна, да? Ну, с гнилого вроде надо. В гире, да, залутал. Ну. Так, кровь никому не надо, я так правильно понимаю? Кровь, Адель. А, он же задонатил, чё я, бля, гнил. Да, еще? Он же задонатил, конечно. Все, кровь. Савик, ты все за мной повторять будешь? Да. Короче, я тут энха решил собрать, нахуй тут на энха выпало, блядь. Это параша, блядь. Это ничего же никому не надо, вот это все. Ловкость, блядь, крит хаст. Это параша вся. А, крит меткость и кисти хаст МП5. Хуета полная. Че, поехали? В левичку на пул, он будет МТшить на гнилом. Я на слизнях. Конечно, можно было бы поставить шкаф, но я вижу, вам похуй. Так что ждем, когда, скорее всего, добежит. Все понятно, блядь. Охуенно. Да я приходится. Забываю, что я лок, извините. Так он уже добежал, видишь, он сзади бежит. А не, можно еще сумануть. Давай, успеем, тыкаем на сумон. Этот, скорее всего, приостановись там за углом, блядь. Ну, чтобы, блядь, выглядело, чтобы мы работаем, блядь. Ты принял? Перед мой шкаф, вот. Вот так вот. Чек на пул. Чтобы мы не зря, блядь, свою... Хлеб ели. Так, на счет 3 отсчет, смотрите, видите? Нажимайте припод. Успели? Нет, конечно, блядь. Слишком ясно, быстро. Нахуй. Это же надо 300 IQ, чтобы на счет 3 увидеть в ДБМе, блядь. Просто, типа, у некоторых макросы есть, которые, типа, ну, за 3 секунды я не успеваю нажать все. А, там подготовка еще там какая-то ГКД, есть. Как там ГКД, типа. А, ну, сейчас я тогда 3 исправлю на 7, наверное. 5 секунд хватает, типа. На 5 точно хватает? 5 секунд хватает ровно, да. А, давай 5 оставим. Спулить. Давай 4. Пойдет 4? Ну, да. Давай потестим. Да я угораю, блядь. Я просто первый раз такую хуйню вижу. Сука. Ну просто да, вот у меня тоже нужно пару скиллов, да, типа. Да ладно, да я понял. Тоже. Я если честно, первый раз вижу человека, которого ДБМ пул на 3 секунды. Ебать, на 3 секунды стандарт. То же самое могу сказать. Фанты нажмите куда. Это мало, реально, это очень мало. Я первый раз не успел даже пот выбить, когда так пулял. Не, я, уже привык, я просто, видишь, я-то привык к 3 секундам, поэтому я не знал, что неудобно. Там обычно еще до того, как сам пул произойдет, же ты же понимаешь, что вот уже скоро пул. Действительно. А когда понять здесь? Хули, да тут хуй когда поймешь, нахуй. Ты че, тут вообще нихуя не ясно, нахуй, что сейчас будет, иначе. Ну честно, да. Бать, вообще вахуй. Вот сейчас вот болезнь, например, на стервай. Вот хуй знает, что будет, сдохнет, нет. Я вот не знаю, на. Похуй. На, похуй. Я ему каплю дам, поживет. Я ему интервейт дам. Все? Я ему зубы дам. Все, пиздец. Все? Оп. На инвалидычах, блядь. Понятно. Вой, ты горд нами? Чё-чё? Ты гордишься нами? А,